Луковица тюльпана Дарвина в гибрид парад – одни из ярчайших представителей знаменитой, очень популярной сортовой серии. Элегантные бутоны с плотно сомкнутыми глянцевыми лепестками имеют насыщенный малиново-красный цвет. Вырастая до 60 см, растения приобретают по-настоящему величественный вид, соперничая с другими тюльпанами на клумбе. Часто парад используется как центральный элемент композиции в смешанной посадке, так как привлекает к себе внимание яркими красками. Причем на оттенок цветов не влияет степень освещенности, тюльпан можно высаживать и на солнце, и в полутени. Тюльпан Дарвина в гибрид парад – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Дарвина в гибрид парад можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Дарвина в гибрид парад в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Дарвина в гибрид парад – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.